Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной тест. Будем с вами тестировать одного из, наверное, мне самых интересных героев. Интересно очень его посмотреть против всех остальных. Это у нас будет Рипер, землеройка. Сборку мы сейчас переделаем. Переделаем его на совсем другое, что-то интересное. Ну, я уже показывал. Он реально тащит неплохо с СО. Сейчас мы попробуем его поставить и прокачать. Сколько я уже делал тестов героев 1 против 25. Землеройка, блин, фактически всех посливала. Интересно будет посмотреть сейчас, что она сможет сделать. То есть у нас прокачка максимальная 8, 8, 10, 10. Без эмблем. Без прочих аугментаций, без всего, чисто герой в первоначальном виде, бездонатный вариант, скажем так. Потому что созвездие и чары уже многое могут решить. Такс. Я вам вот так вот открою, покажу. То я вам немножко не то показал, ну, тут аккаунт. В общем, такая вот у нас будет землеройка. Ну, тут все как обычно, я уже не один раз показывал героев. То есть тут сборки тоже стандартные. Первые таблетки, никаких других прокачек. Так, выходим. Поехали. Тут нападаем. Тут единственное, что он не одну цель бьет, поэтому интересно будет посмотреть. Но отражалка будет у нас идти сейчас. Думаю, вы знаете от кого. Разобрал. Так, ну-ка, хорошо, я попробую. Попробую. Ну, видите, вот массовых героев сложновато. Так, заблокировал. Не, рогатка шатает. Или нет? Посмотрите, что делает. Вот за это тут просто с отражалкой. Вот реально с отражалкой. Сейчас я ради интереса зайду, поменяю. Ну, с отражалкой выбивается. Тут даже спору нет. Хотя я даже менять не буду. Давайте еще один заходик и снимем просто. Потому что он бьет по всей героям, и, соответственно, я не могу ничего сделать. Там, где есть отражалка. Да, тут без вариантов, мне кажется. Но шанс, если бы, наверное, не отражалка, ушатал бы. То есть, этот герой, в очередной раз доказывает то, что этот герой очень и очень... Давайте кого-то другого сразу поставим. Боится отражалки. То есть он наносит много дамага. Из-за этого, в принципе, страдает. Ай-яй-яй-яй. Такс. Есть, да? Поехали, попробуем против Вольта. Мне кажется, Вольта тут вообще без вариантов. Просто ушатал нафиг. Так, ну ПБшка, видите, придется все-таки перезаходить на каждого героя, потому что он дамажит всех. Ну, ПБшка включился и просто нафиг вырубил. Хотя, посмотрите, если не включается, то фиг там. То есть, ой, не на того полез я практиковаться. Если будет максимальная прокачка, в принципе, он может затащить. Тут процентуально просто и стан проходит, и все. Но он очень круто не дает использовать навыки.
Вот посмотрите, как он сейчас с ПБшкой на равненьких идет. Вот ПБшка включился, но все-таки слил. Да, блин. Ну вот плохо, массовый герой, и он приходится на каждого. Так, ну тут, я думаю, Бигфут затащит. Однозначно Бигфутик ушатает. Тут без вариантов. И Рену, мне кажется, тоже. У Рину тем более отхил есть. Хотя этот может блокировать, в принципе, как вариант. Вот посмотрите. Нифига себе, посмотрите, он блокирует Рину, поскольку восстанавливает по 2000. Да ну нафиг. Вот вам, ребят, вот знаете, вот этих нюансов на хай-левелах вы не увидите. То, где какой герой блокирует. Ну а здесь, я не знаю, мне нравится то, что делает он. Посмотрите, как он Рину технично слил. Просто кайф. Я не знаю, как это. Это просто аут какой-то. Нехило так, не кисло, не кисло. Так, пробуем. Ну, тот же самый вариант. Вообще без вариантов. Вот только она включилась. Видите, когда блокирует он умение, это все, это жесть. Ну, посмотрите, Рину восстанавливает 2600 вместо 26 тысяч. 10 раз. Вот землеройка, конечно, классный герой. Так, окей. С этой пятеркой мы разобрались. Поехали, что-то новое поставим. Ну, как видите, Бигфута не осилил, зато тут такой неждан конкретный причем. Так, блин, тут, конечно, массовые герои, и фиг кого поставишь. Он будет всех и блочить, и заряжать одновременно. Ну, ладно, будем мучиться, зато, думаю, узнаем истину. Ну, Огника, я думаю, он не шатанет. Огника сложно будет слить, хотя все шансы есть. Так, Некроса пока не цепляем, Махатма. Пишите в комментах, как вам сборки героев, какие сборки вы хотите видеть, что вы хотите видеть, какие тестики. Так, поехали. Самое главное, чтобы сейчас остальные не включились, видите? Ну, Анубиса, я думаю. Видите, следующий заряд сейчас ворожая включится. Анубиса один на один. Вот этот вариант он, конечно, разберет. Сейчас он просто у нас Анубис будет включаться. И все остальные. Так, ну-ка с ворожаем. Интересно, кстати. Ворожай он не может осилить. Но ворожай, как видите, просто тупо иммунитет. И тут ты ничего не сделаешь. Ай, блин, я думаю, что за фигня, какой этот. Ворожай же снимает негативные эффекты. Смотрите. Сейчас еще разок покажу. Хотя странно, посмотрите. Он должен заблочить. Он нифига не блочит. В общем, ладно. Поехали дальше. Так, блин, опять не на того не зашел. Еще до сих пор. Жесть. До сих пор не отошел от вчерашних роллингов. Так, ворожая надо нафиг выбирать. Вот видите, вот плохо очень, что некоторые герои. Хотя, с одной стороны, что тут плохого? Это ж наоборот хорошо, что некоторые герои массово вытаскивают потом в боевых реалиях. Такс, окей, убрали. Поехали, попробуем один на один. Ну, смотрите, практически почти.
Странно. Очень странно, что нет, они блокируют. Ну, иммунитеты же есть у многих героев, поэтому они не блокируют. Вот, например, посмотрите. Махатму заблокировал. Афинку он не смог заблокировать, она его сливает, соответственно. Так, а вот теперь посмотрим. Ну, видите, блокирует, но все равно этого не хватает. У него просто жизни не хватает на все. Но смотрится он очень круто, я вам скажу. Мало кто с героев так вытащит наполовину бабулю. Вот сейчас, наверное, нас просто унизят. Я надеюсь, вам там видно. Вот единственный от него толк, вот в таком вот варианте, он может заблокировать огника, когда он будет переходить. Вот сейчас, видите, он его блочит, и его можно слить, он не отхилится. Он не кинет защиту. Вот это единственный вариант. А так, точно так же все, как и против всех остальных героев. В общем, не знаю. Вот тест, конечно, такой, знаете, специфичный. Но вот с Рино мне как-то понравилось, что он сделал. Вот, кстати, против Розы он очень-очень круто смотрелся. Сейчас попробуем. Мы тестировали Розу. А они друг друга очень кайфово били. Кстати, против Рэя тоже будет интересно посмотреть. Рэй он тоже жару дает. Но не в этом случае. Видите, немножко не хватает. Но я думаю, Фрею с пактом он бы слил в такой сборке. А вот сейчас посмотрите, он сразу же заблочил, кинул блочку. Возможно, Фрей не сможет так выпутаться быстро. Пока идут на равных. Ну все, сейчас второй раз нет, без вариантов. Но уже получше. Ну, Фрею реально очень слишком. Это мы кинули ее рядом. Если он будет дальше, то он, наверное, сольется. Вот самая основная его суть. Посмотрите, как быстро Фрейю зарядил. Надо опять снимать героя. Блин, вот очень неудобно, конечно, так тестировать, но потом клеить это все, честно скажу, у меня времени на это нет. Возможно, попозже займусь более плотно этим всем. Так, тут отражалка тоже не поставишь. Тут тоже отражалка. Командора будет дамажить. Поставим сварено. Хоть бери, блин, и по одному герою тестирую. Выставляю на таблетку. Каждый раз. Ну, свалено ожог, и свален может включиться, отхил включить. Но, посмотрите вот на это. Как они ровненько идут. У свалена есть преимущество, у него ожог встроенный. Но все равно, да, разобрал. А, Космо включился, да, разобрал, говорю. Блин, этот Космо, конечно, запарил уже. Вот посмотрите, как он кайфово сейчас блочит Космо. Ну, дальше Космо уже вошел в кураж и с СО. К сожалению, сливает. Эх. А у меня такие были надежды, честно говоря, на землеройку, что он реально сейчас просто всех нафиг вынесет. Ну, скажем так, на PvP локациях, вот у меня на сардельке есть ремочная землеройка, и мне очень нравится то, что он делает. Я его на битве гильдии использую, я очень доволен.
Так, ну тут пока некого ставить. Сейчас будем по одному выставлять, потому что других вариантов просто для таких... Видите, некоторые герои бьют по одному, это классно, а такие массовые... Это печаль, ребят. А вот против командорки он реально мне зашел как-то. Но я смотрю, совсем противоположные сейчас данные, чем мы тогда бегали. Вообще что-то не то. Мы же вроде там и силу не особо подняли, ну как-то не заходит. А герой-то реально имбовый. Ну, на PvP локациях, когда он включается сразу. Он может реально напакостить любой пачке. Особенно под его скиллом очень классно сливать героев, у которых есть живо. Убивать Фрея. Без вариантов. Я не знаю, нету смысла даже на героях с отражалкой тестировать. Ну, Бугимена, понятно, он снесет. Хотя тут тоже дамажит нехило. При том условии, что у нас стоит. Вот видите. Сейчас он резнется, он его может спокойно ушатать. Если брать так, то Бугич, конечно, его снесет. Ладно. Не особо я, честно говоря, доволен таким тестом, но что есть, то есть. То есть заметно, где какой герой имеет преимущество, и это самое главное. Сейчас мы попробуем по одному еще выставить некоторых героев. Давайте стрелка попробуем. Вот его он кайфовый, он блокирует и все, но надо качать ему скилл однозначно, потому что маловато, маловато. Все, застанили, но все равно, посмотрите, стрелка вот разбирает. Опять блочка и все, и до свидания, стрелок. Вот так вот. А другие стрелка могут и не слить. В нынешних реалиях все у нас в битве замков очень быстро меняется, таланты выходят, чарки выходят, герои могут быть... Просто не тащеры, но можно с них такое сотворить. Ну, я думаю, тут, наверное... Хотя... Посмотрите, что делается. Он просто Некроса блочит. И тут не может восстановиться. Вот 23 тысячи он себе отхилил. Круто? Круто. И он так точно всех героев может блочить. Вот это его весь плюс. Смотрите, неждан такой, неждан. Красавчик. Так, кто там у нас еще остался? По-моему, Седнушку мы еще не затестили. Со всего кодла. Ну, видите, многим героям просто ну, надо так бегать, ставить. И сразу видно, где герой против пачки будет тащить, где герой будет соло тащить против одного там нескольких. Это больше для пачки героя. Так, кого мы там еще такого не тестили? Ну, давайте попробуем это. Командора и Хрон еще остались у нас. Ну, получает отражалку. А мне кажется, Аса должен затащить, по идее. За счет своего скилла второго и отражалки встроенный Аса все-таки тащит. Но опять же, это не точно. Зависит. Вот поставите чарку герою какую-то интересную, и он будет тащить у вас тех, кого он до этого не тащил. Это уже проверено, да, видите, тут без вариантов. Давайте командорку сейчас посмотрим, как будет ему прилетать. Хотя и он, в принципе, в хорошей сборке. С бастом, конечно, было сура. Сосу я не знаю. Хотя, в принципе,
Вот Командора, вот тоже посмотрите. Блокирует умение, и все, герой просто никакой против него. Один раз ударил там в 5 секунд, и все. А героя уже не стало. То есть потенциал его скилла реально очень велик. То есть, если у вас он есть, однозначно качайте для PvP локации. Для фарма он, в принципе, тоже неплох. Ну, я в основном его использую на атаке фортов, ну и на сардальке сейчас использую на битве гильдии. Довольно-таки неплохо получается. Кто смотрел? О, у нас сегодня босс есть. Стан. Иммунитет. Иммунитет к этому. Надо будет попробовать побить. Такс. Ну, давайте последний герой ставим сюда. Рончика. Ну, я думаю, тут без вариантов. Хотя, все может быть. Ну, мы рассмотрели саму суть. Герой очень обалденно блокирует остальных. Вот посмотрите, Хрона разобрал с отражалкой. Вот как-то так. Ну, в общем, вариант это у нас был такой. Можно попробовать его с пактом, но... Ой, с пактом, говорю, с бастом, но он быстрее тоже сольется. Но жизни будет меньше немножко, наверное. Сколько там у нас? 60 дает. И это, по-моему, тоже... Это 65 больше. Ну, тут дефа немножко побольше будет. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Я не знаю. Такой вот герой. Сама суть, что он... Я для себя увидел, против каких героев его офигенно использовать можно, где он будет реально точно блочить и вам ничего не сделает. Все, всем удачи, всем пока.